Всем доброго времени суток. Сегодня расскажу про заказ, который собран вот по этому каталогу. Каталог первого этого года. Много интересных предложений, особенно вот это по распродаже при покупке на 2000 рублей. У меня заказ получился больше, поэтому я выбрала два подарка. Но преимущество этого каталога, что он больше уходовый. И если вы хотите декоративную косметику, вам лучше взять следующий каталог. Второй, там больше интересных вариантов. В этом очень много хороших скидок именно на уходовую косметику. Плюс у нас есть новинки. Очень интересная серия, которая была очень-очень давно, когда я только пришла в Oriflame. Это Диамант. И о ней я тоже расскажу. Что куплено, да? Конечно, это, вот, как я вам сказала, серия Диамант. Вот такие вот красивые коробочки. Это ночной крем антивозрастной. Диамант. Это у нас бриллиант. И он делает бриллиантовое сияние. Вот такая красивая серия. Ночной. Купила для себя, уговорила сестру. И взяла себе вот такой крем. Можно использовать как и день-ночь. Вот такая красивая крышечка, переливающаяся. Но я буду использовать его как день. Действует на клеточном уровне. Очень интересный состав, но о нем я расскажу в следующем в посте про рубрики про уход. Очень хорошая скидка на серию, например, Optimals. Можно взять крем дневной и ночной. Любая серия Optimals, она представлена со скидкой. Плюс к этому еще можно взять скидку 15%. Обратите внимание, потому что у нас Optimals взята со скидкой основной каталога. Плюс 15% скидка, акция по... от компании дополнительно уходовая серия. И, кстати, Optimals там есть. Это ночной крем и крем для ухода вокруг глаз. Очень хороший увлажняющий крем для глаз. Кто не заморачивается, да, нет антивозрастных, нет каких-то глобальных проблем. Кто не любит серию Novage, считается ее для очень дорогой, воспользуйтесь этой серией Novage. Это именно голубенькая для увлажнения, супер увлажнения кожи. Сори, все разлетелось. Хорошая скидка на серию, конечно, еще королевский бархат. Но из этой серии я взяла и порекомендовала сестре крем для ухода вокруг глаз. Тоже экстракт черного ириса, хорошо как антивозрастной компонент для кожи. Что еще? Ага. Вообще в онлайн-распродаже выгодно было очень. Взяли мицеллярную воду. Так. Ну и, конечно, на распродаж это тоже, по-моему, в онлайн-каталоге крем для рук с маслом авокадо. Очень на расхват у меня идет, востребован, поэтому я всегда держу. У ребенка заканчивается его любимая паста, другие ему не идут, даже вырос, и все равно он пользуется этой, она ему очень-очень нравится. Ну и что? А. И на Novage Man гель, в восторге у меня муж для бритья, и... у него закончился. Вчера последние уже были и ждет не дождется, когда будет новая серия. Очень хорошо, очень удобно. Эффект при поднятии всей щетины, поэтому легкое скольжение плюс уход. Ну что, начнем с подарка. Так как заказ получился больше, чем 2000 рублей у меня, я взяла со скидкой вот такой вот наборчик. Мини-крем, тушь и любимые наши бочоночки. Очень удобно сейчас именно в... не знаю, как у нас мороз с оттепелью, постоянно губы обветриваются, даже несмотря на то, что я наношу постоянно какое-то покрытие на губ, не говоря о ребенке, у которого губы постоянно у нас обветрены. Очень удобный очень формат, всегда можно положить в сумку, в рюкзак, с собой в карман, и никогда ваши губы не будут обветрены. Даже можно на ночь делать небольшое уходовое средство. И взяла любимую мою серию Essential. Люблю ее. Лимона вербена была со скидкой. В следующем каталоге можно взять набор с другими ароматами. Но один из любимых — лосьон для рук и для тела и жидкое мыло. Это у меня вообще востребовано каждый каталог. Это подарок. И плюс еще подарки за акцию активности. Вот такая форма для выпечки за 199 рублей. Когда я увидела, что ее цена больше 2000, оказывается. А так со скидкой пошло. Я очень удивилась. Ну, будем печь теперь маффины. Это у меня возврат из-за брака. Потому что покупала к Новому году подарки. Один был
с браком. Поэтому, если кто сомневается в том, что возвращаются, вот вам, пожалуйста, из брака возврат. Из возврата на пятна у меня коробочка. И взяла новинку карандаш для глаз зеленого оттенка. Что-то я полезла, у меня зеленых оттенков не оказалось. И новинки следующего каталога, вот такого красивого, посвященного Дню Святого Валентина. С новинками не только помад, но и туалетных вод. В серии у нас Эклат будет две туалетные воды, парная, женская и мужская. И о них я тоже расскажу в следующий раз. До новых встреч. Надеюсь, вам было интересно и вы будете дальше следить.